Всем привет, дорогие друзья и любители необычных игр, добро пожаловать! И сегодня мы посмотрим еще одну версию Inkray The Box. Называется она Бразилия. Поехали! Пятая версия. Так, у нас тут появились новые звуки. Давай посмотрим. Так, ну неплохо, неплохо. Да, она немного схожа с прошлой версии. Но тут все-таки больше добавили по ходу голосов. Так, ну вполне себе неплохо. Давай открывать первый бонус. Какая-то тут птица изображена. Так. Вполне себе неплохо. Этот бонус был короткий, но вполне себе даже заходящий. Поехали открывать следующий. Тут у нас какой-то зонтик. Как ты можешь заметить, все-таки в этой версии они больше поют. Не издают какой-то либо звук, бит, а вот именно больше издают звук голосом, то есть поют какие-то словечки. Что-то там интересное здесь происходит. Так, давай посмотрим вот этот. Но вот тут уже более получше, ребят. Вот знаешь, до этого как будто чего-то не хватало. Какого-то заходящего бита, как это было в прошлой серии. Вот версия 4
все-таки мне чуточку больше нравится, чем вот пятая. Вот четвертая все-таки было вообще улетно. Давай посмотрим следующий бонус. Может, бонус сделает более получше бит и будет вообще круто. Ну вот бонусы тут короткие. Это, конечно, немножко расстраивает в этой версии. Вот все-таки. Хотелось бы, чтобы они были долгими, как это было в прошлой и позапрошлой серии. А еще его раз посмотрим. Вот можно заметить, что зеленые человечки не издают такой протяжный звук, как красные. Вот красные не протягивают этот звук, более насыщенным получается. А вот зеленые, они вот как играют второстепенную роль. Давай вот уберем этого сеном, хотя он хороший бит создавал. Давай посмотрим, что здесь будет. Возможно, какие-то барабаны? Или это чисто костюм? Вот было бы неплохо. Смотри, вот это вроде барабан у него здесь. Было бы неплохо, если бы он на нем какой-нибудь звук издавал. Хотя, смысл он Cry the Box в том, то, что тут все только голосами издается. Давай посмотрим следующий бонус. Смотри, а у нас неплохо получилось. Вроде такой уже движуха такая, знаешь, типа бита пошла. В принципе, нормально. Так,
Ну давай вот последний вернемся. Так, вот я вполне себе неплохо поют зелененький. Думаю, что-нибудь у желтенького убрать, хотя даже не знаю. Они все идеально поют. Ладно, давай вот этого зелененького уберем и поставим кепку. И посмотрим еще раз первый бонус. Ну вот как-то так, дорогие зрители. Значит, все-таки вот этот зеленый человечек, который слева, вот как ты можешь заметить, он издает такой главный звук. Вот этот тру-тру-тун. То есть этот звук идеально сюда подходит. Убрав его, будет скучно. А так он делает какую-то движуху все-таки в этой версии Cry the Box. Ну не знаю, Бразилия вот тут на любителя, как-никак. Вполне себе очень даже неплохо, но вот мне понравилась вот все-таки прошлая и позапрошлая версия. Надеюсь, следующие версии будут более покруче. А так тут такая более легкая и расслабляющая музыка в этой пятой версии. Довольно-таки классно. Мне понравилось, но не так, как все-таки прошлое. Ну, я думаю, дорогие друзья, мы закончим пока на этом данную серию. Очень даже неплохо у нас получилось. А это особенно этот человечек в маске вот тут в середине. Блин, он классно выглядит. Мне нравится он больше всего. Тут по костюмчикам. На этом все, дорогие зрители. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем бай-бай, дорогие братишки.